зубами, за зубами. Сзади сейчас посмотрим. Открывание. Закрывание. Камера переднего вида. Диски 225-55R18. Пластиковая защита. Молдинги такие красивые на черном фоне смотрятся. Отлично, рейлинги сверху. Люк крыши. Задние. Арка тоже вся закрыта снизу. Довольно-таки большая высота. Спереди подрамник. Люк. Лючок открывается. Бензин не видно какой. Лючок. Камера заднего вида. Открытие багажника. Открывается багажник. А, там внизу кнопочка, да, получается? Ясно. Сколько здесь объем? Да, здесь объем не все, здесь намного меньше, на сегодня 300-400. Хорошая полка здесь. 400, да, где-то? Здесь докатка. Баллонник, домкрат. И знак. А закрывается вручную, да? Ну, а задний ряд посмотрим. Здесь пластик. Пластиковые ручки. Здесь кожзам. Ну, в принципе, так. Хорошо здесь. Тканевая обивка. Подсветка. Регулируемые по высоте ремни для передних пассажиров. Панорамная крыша. Здесь расстояние
ложечки было кулака. Ровного пола нет. Зарядники, зарядка USB. Кожзам. Кожзам. Спикеры. Внизу, спереди. Спереди тоже двойное уплотнение. Везде сиденье. Кожзам. Мягкий спиненный материал, это пластик. Ну, здесь. Там даже этот холодильник, отверстие. Спикеры светятся. Зеркала, камеры стоят. В спикерах подсветка постоянно горит. Так, у нас открываем капот, смотрим, что там под капотом. Газовые опоры есть тут, нету? Два раза надо дернуть, но все равно два раза открыл. Два раза дернули. Тут палка. Шумоизоляция, резинка. Вот этот хитрый замок. Рукоятки, получается, здесь нету, да? Которые открывают. Просто там два раза дергаешь, да? Два раза дергаешь, и тогда этот капот открывается. Ну вот он заел, получается, у нас. Ну, ладно. Мотор здесь полторашка, да? Да, 1,5. 136 лошадей. 1,5. Турбо, да? Турбина. Турбина же есть, да, здесь? Вон она, турбина. Блок управления. Вот он. Они с кем? С BMW, да? Сотрудничают по моторам. Чей мотор здесь? Mitsubishi похоже. А здесь этот крышку можно снять? Не снимется он. А у них идентичный мотор, ничем не отличается. 4 цилиндра, 16 клапанов, чугунный блок. Чугунный блок, говорю, это цепной привод. Цепной привод. Это на кобальте идет. Здесь уже облегченный. То есть облегченный алюминиевый. Алюминиевый. Цепной привод здесь, да? Ну, доступ к форсункам, наверное, есть, да? Легкий. Они сверху. Сверху. До форсунок самые подобные. Спереди здесь. Снизу посмотрели. Так, здесь ключи в машине. Ключи в машине. Так, поэтому можем. Так, это здесь руль по высоте
регулируется. Руль небольшой. Да, 35 сантиметров. Здесь круиз-контроль. Здесь мультимедиа. Свет. Дверь открыта. Вот, включается пуш-стартом. Увидели, что мы там. Дверь открыта. Мультимедиа. Климат как управляется. Ладно, тут шайба. Драйв. Пресс он. Сиденье отодвинулось автоматически. Тут память сидений есть. Руль только по высоте, по вылету не регулируется. Завелся. Здесь зеркала. Ладно, сейчас посмотрим, как работает климат-контроль. Здесь D. S. Моторчик так работает. По климату здесь давай посмотрим, как тут. Здесь что у нас? Автохолд, паркинг. А климат есть только здесь, да? Нету здесь физических регуляторов, да? Как на Тесле прямо такой же экран. Сейчас очень модно так серый фон. Можно, то есть просто нажать на этот вентилятор, тем самым включаете управление. Здесь если регулируете поток воздуха. Здесь включенный либо же выключен кондиционер, либо же вовсе выключен. Подогрев сидений присутствует одноуровневый. Выбираете положение верхнее, естественно, здесь вот, куда оно будет дуть. И, естественно, обдувы стекол. Круиз-контроль. Адаптивный мультируль. Также, естественно, то есть возможность ответа на звонок также присутствует здесь. Панорамная крыша, шторка открывается при нажатии на кнопку. Также, естественно, открывается и люк тоже при нажатии на кнопку. Ну, уже хочу купить такую машину. Сколько она стоит? 10 590. За наличку, да?
А программы какие? 40%, да? Да, 40% первоначальной взнос сделайте, можно забрать просрочку на 2 года, либо же забрать с 10% по 14,3% годовых. Угу. Так, также если круговой обзор можно будет посмотреть. Машина вокруг или же конкретно активная панорама. Вид сзади, допустим. Вид сбоку. Вид спереди. Этот дисплей-то отсюда хорошо видно, а вот на щитке приборов какое-то матовое покрытие, отсюда вообще ничего не видно, да? Ну да, это антибликовое. Антибликовое, но так, в принципе, для водителя все видно. Так. Все, поехали. Один круг сделаем или пару? Сейчас на последнем круге ты вот здесь в этом районе остановишься, я отсюда выйду, и потом ты проедешь на этот, на паркинг ее поставишь, сейчас снаружи ее сниму. Ну, комфортно, мягко едет. Вот здесь встань. Здесь встань.